распорядителю пира, и понесли. Когда же распорядитель отведал воды, сделавшейся вином, а он не знал, откуда это вино, знали только служители, почерпавшие воду. Тогда распорядитель зовет жениха и говорит ему: «Всякий человек подает сперва хорошее вино, а когда напьются, тогда худшее, а ты хорошее вино сберег доселе». Так положил Иисус начало чудес в Кане Галилейской, явил славу свою, уверовали в Него ученики Его. Всей души, от всего помышления наших горцев. Господи, помилуй. Господи, Вседержителю Божий, Отец наш, их молим, все услыши и помилуй. Господи, молимся о явлении Божьей помощи, милости, мира, жизни, здоровья, спасения, прощения, оставления грехов рабом Божиим и Виктору, и Иоанну, и всех где предстоящих и молящихся. Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй. Господи Боже наш, Ты в Своем спасительном домостроительстве, удостоивший Своим присутствием в Кане Галилейской явить брак святым, Ты Сам и ныне сохрани в мире единомыслие Твоих рабов Виктора и Анну, которым благоволил Ты соединиться друг с другом. И сделай брак их честным, ложе их сохранение оскверненным. Благоволи пребывать им в непорочном сожительстве, удостой их с чистым сердцем исполнять Твои заповеди и дожить до глубокой и бодрой старости. Ибо Ты Бог наш, Бог милующий и спасающий, и мы воссылаем славу Тебе, Своим безначальным Отцом и Всесвятым Благотворящим Твоим Духом, ныне присно и во веки веков. Наступи, спаси, помилуй, сохрани нас, Боже, Твоей благодатью. Господи, помилуй. Ей всего совершенно святомирно и безгрешно у Господа просим. Ангела, мир, надежда, наставника, хранителя души телес наших у Господа просим. Прощение, оставление грехов и прегрешений наших у Господа просим. Прочее время живота нашего в мире и покаяние скончать у Господа просим. Дай, все кончины живота нашего безболезненны, непостыдны, мирны и доброго ответа на страшном судище Христове просим. Соединение веры и причастие Твоего Духа. Соединение веры и причастие Твоего Духа. И спросивши сами себе друг друга, весь живот наш Христу Богу предадим. Тебе, человеколюбивый, человечем Господи, вручаем всю нашу жизнь и все свои надежды и просим Тебя, удостой нас, Владыка, с дерзновением, не подвергаясь осуждению, иметь смелость призывать Тебя, Небесного Бога Отца, и взывать к Тебе. Отче наш, нашим, и не веди нас во искушение,
вселенную украсивший, венец всего сотворенного Тобою, благослови своим духовным благословением эту общую чашу и дары ее сочетающимся для брачного общения, ибо благословенное имя Твое прославлено Царство Твое, Отца и Сына и Святаго Духа, ныне присно и во веки веков. Исаия, ликуй! Ты соедини на соединяющихся друг с другом этим, воздавал им награду за целомудрие, так как они чистыми сочетались для узаконенного твоего брака. Ты сам при снятии этих венцов благослови соединяющихся друг с другом и сохрани нерасторжимым их брачное соединение, чтобы они непрестанно с благодарностью прославляли твое всесвятое имя Отца и Сына и Святаго Духа, ныне присно и во веки веков. Возвеличься, жених, как Авраам, и будь благословен, как Исаак, умножайся, как Иаков, и живи в мире, исполняя заповеди Божии. И ты, невеста, возвелись, как Сара, и возвелись, как Ревекка, размножайся, как Рахиль, и радуйся о своем муже, храни определение закона, ибо так благословил Бог.
Господу помолимся. Господи, помилуй. Боже, Боже наш, пречедуй в Кану Галилейской, там благословивший брак. Благослови этих рабов Твоих, по Твоему промыслу соединяющихся для брачного общения, благослови их вхождение и выхождение, продли их благо и жизнь. Прими неоскверненными, непорочными их венцы в Царстве Твоем и сохрани, Господи, Твоих рабов, чтобы они, как в Кане Галилейской, совершившие чин брака, исполнивши все заключающееся в нем символы и достигнув единения, высылали славу Тебе с Твоим безначальным Отцом, Пресвятым Благовестворящим Твоим Духом, ныне присно и во веки веков. Мир и живоначальная Троица, одно Божество и Царство, да благословит вас, да подаст вам долгодействие, чадородие, совершенство жизни и веры, и да исполнит вас всеми земными благами, и да удостоит вас получить обещанное небесное благо по молитвам Пресвятой Богородицы и всех святых. Премудрость Пресвятая Богородица, спаси нас. Слава Тебе, Христе Боже, упование наше, слава Тебе! Слава Отцу и Сыну и Святому Духу, и ныне, и присно, и во веки веков. Аминь. Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй. Христос, истинный Бог наш, молитвами причистия Своей Матери, святых славных пресвятых апостолов, святых Бога венчанных равноапостольных Константина и Елены, святаго великомученика Прокопия и всех святых, помилует и спасет нас, яко милостив и человека любит Бог и подашь, Господи, подашь, Господи, мирное житие, здравие и во всем благое поспешение новобрачным Виктору и Ане и всем зде предстоящим и молящимся, и родителям их, и сохрани их на многое лето.
Так, сейчас подожди. Отца и Сына, и Святого Духа, потеряй это все. Так, потом в рамочке заделайте. Все, приветствуйте. Поздравляйте молодых. Так, дальше что, жених на трапезу приглашаю? Так, жених приглашает всех на брачный пир. После пира будут там. Впереди на правую сторону, чтобы не наливать стояло. Ну ладно, потом. Серафима говорила, нам давайте с батюшкой. Вы представляете, по проспорке. Батюшка, вы тоже встанете. Вот. Что, что мне? Посиди, да. Ну что, все? Ну, кто желает с невестой женихом? Так, наверное, так что, за домовозрождение не надо. Так просто, не просто, что, жених и невеста не каждый день бывает. Ладно, все, давайте, все, приветствуйте. Проходите. Ну, что, первый? Спасибо.
Пошире встать, не переживайте, всех видно. Может, у вас можно посерединке? У вас посерединке, немножко не видно вас. Меня не видно? Да, чуть-чуть. Сапожки и курточку положите, пожалуйста. Сапоги. На меня, пожалуйста, смотрите, сюда наверх. Давай. Никит, отойди немножко. На меня, пожалуйста. Смотрите на меня, пожалуйста. Так, посмотри на вперед. На меня. Ага, немножко добрее лица, можно? Сейчас постойте, пожалуйста, я спущусь. Миша. Вот для чего, Солома, для чего? Пригодилось это, Игорь. Чуть-чуть добрее. Я пойду.